Всем привет! Сегодня покажу, как производится расчет массы центровочных характеристик в программе Компас. Чтобы произвести расчет, открываем необходимую нам деталь. Вот она открылась. Далее задаем материал детали. Для этого в дереве построения правой кнопкой мыши нажимаем свойства модели. В нижнем меню свойств открываем параметры МЦХ, где в открывшемся окошке задаем материал. Нажимаем выбрать из списка и выбираем необходимый нам материал. Допустим, будем делать из бронзы. Выбрали. И нажимаем перечитать МЦХ. Вводится окошко, где вводятся основные параметры массо-центровочных характеристик. Масса, площадь, объем, центр массы. Также этот файл можно сохранить в виде текстового документа.